началось. Все засыпают. Пока меня не отключило, я должен успеть все исправить. Стоять! Но пройдет месяц, максимум два. И они проснутся и начнут вспоминать. А ты ведь проснулся уже? Нормально уже, да? Двое на сотню не остались. Радиаторы выжили, по-твоему? Весь близкие друзья. Цыган, Большой, Костя и Женя. Твоя девушка, которую ты очень сильно любишь. Проваливать? Давай, давай! Что было вчера? Какая тебе разница, что будет завтра? Не ходи туда! Не ходи туда! Тебе приснится то, что ты знал раньше. Я должна сама понимать, куда мы стреляем. Зачем? Да тем, что только я могу разобраться, кто там просто тупари, кто бандиты. Откуда ты здесь взялась? Знаешь, с твоим умом и объемом знаний ты мог бы взять власть в любом городе. Сопротивление бесполезно! Нет, зачем? Затем, что если власть не возьмут хорошие, то ее обязательно возьмут плохие.